Добрый день! Вас приветствует компания «Автостиль». Сейчас мы проведем выбор обладателей комплекта зимних шин «Кардиант» в акции «Счастливая десятка», которая проводилась с 1 по 15 октября. Количество наших участников позволяет нам разыграть два комплекта шин. Розыгрыш будет проходить при помощи программы онлайн-генератора случайных чисел «Рандом». Итак, определяем первого победителя. Для этого мы копируем фамилии наших участников в специальное окно программы. Теперь нажимаем на кнопку для того, чтобы фамилии наших участников перемешались в случайном порядке. А в тот момент, пока мы прокручиваем, каждый участник сможет найти свою фамилию и убедиться в том, что он действительно участвует в акции «Счастливая десятка», и у него есть возможность выиграть комплект зимних шин торговой марки «Кардиант». Итак, определяем первого победителя. Первый победитель у нас участник под номером 174. Участник под номером 174 у нас Дмитриев Сергей Авинорович. Поздравляем нашего первого победителя, Дмитриев Сергей Авинорович. Так, теперь заново перемешиваем фамилии наших участников и определяем нашего второго победителя. Нашим вторым победителем становится участник под номером 474. И это у нас Нечепурук Дмитрий Александрович. Поздравляем нашего второго победителя, счастливого обладателя комплекта зимней резины «Кардиант». Наш розыгрыш окончен, два победителя определены. Спасибо за участие и оставайтесь с автомаркетами «Автостиль». Также не забываем, что вы можете купить автотовары в интернет-магазине «Азот.ин.ua». «Азот.ин.ua» купить онлайн с нами просто. Следующая акция «Счастливая десятка» у нас будет проходить с 16 по 31 октября, и где у нас будет разыгрываться аккумулятор «Омега Премиум». Всего доброго, оставайтесь с нами, до свидания.